куколд, ты теперь куколд. Спасибо огромное, ребят, спасибо. Пацаны, сама себе доначу. Кавер на Бистикса, не знаю, кто это. Спасибо вам огромное, еще раз. Спасибо, Дима Миллионер. И спасибо большое, Сагер. Всем огромное спасибо. Всем. Человек вопрос маску не сниму ни при каких условиях вообще. Что мы... Спасибо! Маску не сниму ни при каких условиях вообще. Вообще. Хоть там миллиард рублей будет, я не сниму маску. Даже если Дима Миллионер случайно ошибется на 2 нуля, то все равно не сниму маску, понимаешь? Вот. Зубы не кривые. Нормальные, обычные зубы. Бро, погнали в дочке смотреть, да? Ну, экстремизм. А ну. А экстремизм? Ну, экстремизм, это призыв. Спасибо большое. Как он беспардонно это сделал, просто жесть. Как же он беспардонно это сделал, просто плевать. У тебя берут интервью, спрашивают твое мнение, ты такой, похуй, сейчас загуглю. Офигеть, это дико, кстати, серьезно. Ебать. Ёб твою мать. Извини. Извини. Спасибо. Лик Отель, спасибо большое, зайка. Чуваки, да в смысле, что я рукой делаю? Я чесала пузяло свое. Да я не могу так сидеть, почему у меня камера так внизу? Мне некомфортно. Да я пузико чесала вот так, вот правда, вот так. Да, все, не пиздите. Нет, все, идите наверх. Спасибо, спасибо. Спасибо большое, добавлю обязательно. Хорошо, обязательно добавлю. Да, чуваки, ну не надо меня наговаривать, вы наговариваете, правда. Ссылка удалена. Блефсранг насилие написать. Обязательно, спасибо огромнейшее, спасибо. Стой, не пей, не пей, не пей. А спонсором этого... Ля, какой? Ой. А ссылочка где? В описании. Спасибо. А твоя музыка, я думаю, это Сагер там. Да, верну Сагер, обязательно, пиши ВК, только напиши потом Дискорд, чтобы я не проигнорила. Я думаю, ля, откуда двойной звук идет? Вот так вот делаю, а там с двух сторон, прикиньте, реально в шоке. Юзи, Юзи. Блядь, да ну, да ну! А чё за игра? Каких пор Юзи такой эмоциональный? Нерка, можно вестись на морту. Maybe мне повезет хоть раз в этой игре, maybe. Папич? Годнота? Доминатор! Наконец-то! Это справедливо! Неужели папич везет? Он в натуре такой? Или он ебется? Бак. Ебать! Пацаночек, мне не верится. Я поднимаю. Ля, пацаны, можно возьму попить? Попит! Ща. Пить? Села на лицо. Перестань меня ревайвить, перестань. О, кроли. Там был. Нет! Уж эти игры обожаю. Вы курите? Да, бро, ну прости, я просто видео смотрю. Я не могу пока видео смотрю читать. Прости. Спасибо большое. Пиздец, давай, рани, 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 рани. Ай, да молодец! С сильвернами. Мамке привет! Долбоёб. Ну что? У меня чем-то лохи напоминает внешка. У вас нет такого типа? У меня одна такая фигня. Ой, боже.
это делает? Ну это дико, это дико. Почему рядом со мной всегда какой-то трэш происходит? Я не понимаю. Мне же кажется, это же Ван, нет? Жертва, всего в этом мире, мне кажется. Всегда какой-то трэш рядом со мной. Ну почему так работает? Пожалуйста, Рича, в другую сторону. Хотя бы руками вот плескай своими. Я тебя очень прошу. Наконец-то это закончилось. А ну. А чё он обосрался? Что там было? Посмотрите, так, куда? С той стороны? Ебать, чуваки, посмотрите на это. Ебать, блядь, в чём прикол, типа, труба? Спасибо! Ну, потому что нужно писать мне, а не Вегас. Вот все проблемы решены. Вот это ебать! Я не понимаю, в чем прикол. Типа, он пропиарил свой инстаграм, и у него длинная труба. Я не поняла, в чем прикол. Серьезно. Пацаны, я не знаю, как открыть эту хуйню. Она тут написано open, видите, и такая штучка. Она не открывается. И как мне быть? Два. Короче, ладно. Сейчас рублю, секунду, у меня волосы смешают. А что смешного? Ой, ух, этот юмор. А что смешного-то? Так? Зайка, я знаю, как... Манурин, это такой сладкий попка, который играет... Сладкий попка, блядь! Эти, как иди... Блядь, где такая ты эльфийка, такая бежишь по лесу, блядь, там мужики, мужики, блядь. Короче, похуй. Ты дома, мой хороший, мой родной Манурин. Манупоп, манупопик, манупупсик. Ты дома. Я дома, блядь! Мой зайчик, ты дома, мой хороший, мой родной. Да, Варкрафт. Ай, он сказали Манурин. Но я его никогда не смотрела, я к нему зашла как-то, блядь, он говорит... Бан! И забанил меня пермачом у себя на канале. Представляете, у меня спермач, блядь. Фига у него там пузата. У меня спермач у него, ребята, у меня спермач. Я не поняла. Я ебал. Ну так я не хочу играть, в чем проблема? Не хочешь играть совсем или не хочешь играть с модом? Нет, я не хочу играть с тобой. Ну хорошо, давай не будем играть со мной. Короче, выкладываю все из карманов. Они такие смотрят. Типа, ничего нет. Такой говорит, там чел сидит, короче, в газели, говорит, давай, давай, там они еще в трусах иногда прячут. Я такой говорю, окей. Типа, а там чел, короче, стоит с фонариком и вот так вот смотрит. Вот так вот смотрит в упор на нас. И меня и насигало. Типа, нас обоих обшманывают. И я говорю, и что? Типа, он такой, ну, приспусти штаны немножко. Я, короче, приспускаю штаны. Он смотрит и говорит, ну, ничего нет. Он говорит, трусы, трусы приспусти тоже. Короче, я стою, типа, и чел, он просто смотрит на мой хуй. Вот так вот с фонариком в упор, в 10 сантиметрах от него. Спасибо большое. И там другой чел кричит, короче, под яйцами еще посмотри. Не забуду. Блядь, серьезно. Спасибо. И, типа, он смотрит, там ничего нет. И все, и мы уходим. Ну, это шутки у Ласки так красивые. Сейчас меня могут убить мои же свечки. What the hell is going on? Нет. Нет! Ну нет, блядь, ну нет! Он очень классный, не знаю, мне нравится просто, как он, что он делает. Айтипедия сказал, что если не поставить на это видео лайк, то вас большие неприятности ждут. Да-да-да. Держу в курсе. Вот и Лёха, конечно, умный. Взял сам себя, вставил умный сам и нашелся. Вот нахуй он не нужен, этот секс, когда есть такие прекрасные хинкали со сметаной, ёбаный ты карась, блядь. Ау. Нахуй секс.
Лови. Кушать захотелось. Faster than my bullet. Bomba, it's better run, better run. I'll try my gun. Чё это за игра такая, КС-ка? Рояль, этот, папк, CS-папк. Неплохо захилился. Ля! Баг что ли какой-то? Ты в шакал костюме застрял граната? То есть это еще плюс один поинт. Мы не увидели это очко, но там, скорее всего, шесть. Я так понял. Это тебе не смешно? После прошлой многочлен. Многочлен. Нет, это уже нет. А вот, да. То есть в прошлый раз... О, ладно. Ну я же... На что он надеялся? Все же дают жрать какашки на улице. Кто вообще подпускает собаку жрать говно? Типа, вот кто придумывает такие комментарии? Она говно жрала на улице. Типа, что? Ладно дома у кошки пожрать, но это ж кошки на говно. Как бы кошку я тоже люблю, с кошкой я тоже целуюсь, как бы... Чё? Фига у него воробей! Говно, как бы кошку я тоже люблю, с кошкой я тоже целуюсь. А где воробей? У кошки пожрать. Она говно жрала на улице. Типа что? Ладно дома у кошки. Пацаны, желтый воробей! На говно. Как бы кошку я тоже люблю. С кошкой я тоже. А где воробей? Он пролетал. Воробей! Вы видели голубь? Реально! Так. Там, по идее, должно либо не проходить, либо... Это хурма? Ну, например, М-ка коцает по 20. А что там справа? Да, да, очень мало. Это батя. А, я думала, мне показалось, это хурма или нет, пацаны? Похож на хурму, пипец, рыжий такой же. Этот, а там типа папа был? Я думала, у него типа девушка с кровати встала и начала раздеваться. Типа, это он. Это хурма, да? Хурма, бать, привет! Кто это, зло? Да. Проснулся. Он еще голый пришел на вебку. Нет. Какой худой, жесть. Smile, smile, Christmas, smile, smile, Christmas, smile, 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 smile. Чё вытворяет парень? В подгузниках сел. Я думаю, пора. Ну что, ребят, спасибо вам огромное за трей. Это было охуенно! Свежести, точнее скажет, ура! Я открыла за 11 минут! Бля, я взболтать забыла, прежде чем открыть. И нахуй я его открыла. Там же мякоть вся на полу. Ага, рукой закрой, все выбежит оттуда, я знаю.